В этом видео я расскажу вам об устройствах, которые могут пригодиться вам для буксировки лыжника, ватрушки или другой лодки. У меня на столе рымы из нержавеющей стали, которые можно установить на вашу лодку или катер. Начнем с этого. Это рым-болт. Он состоит из двух частей. Основной, куда непосредственно крепится фал, и вспомогательный, который состоит из двух болтов, гаек и шайб. С помощью них он крепится к борту лодки или трансу. Конструкция такова. Под нагрузкой фал упирается в язычок. Когда нагрузка ослабевает, то кольцо не дает соскочить фалу с язычка. Сейчас я покажу вам, как он крепится. Пусть это будет часть вашей лодки. Необходимо сделать два отверстия с обратной стороны, закрепить шайбами и гайками. И готово. Для буксировки лыжника или ватрушки точку крепления фала желательно сделать как можно выше. Для этого вы можете использовать вот такой мачту-рым. Данное устройство состоит из трех частей. Первое – это основное, куда крепится буксировочный фал, мачта и платформа для монтажа. Чтобы буксировочный фал не перетирался, поверхность язычка и кольца тщательно отполированы. Мачту можно закрепить двумя способами. Первый – это одеть на другую мачту, если на вашей лодке такая имеется, либо закрепить стационарно с помощью платформы и четырех саморезов. В нашем интернет-магазине вы также сможете приобрести буксировочный фал и ватрушку.